Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города», в студии Ирина Ковалева. О самых важных и ярких событиях этого вторника вам уже готовы рассказать мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Перспективы и достижения. В городе проходит Рязанский индустриальный форум 2018. Сколько осталось жить рынком? Минус 20 и ниже. Считают ли рязанцы наступившие морозы аномальными? Самая умная, красивая и талантливая. Подведены итоги конкурса «Краса завода». 27 и 28 февраля при поддержке Рязанской торгово-промышленной палаты и правительства Рязанской области в нашем городе пройдет Рязанский индустриальный форум. На нем будут продемонстрированы достижения и перспективные разработки в сфере промышленности, строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве. Программа форума обширна, участники многочисленны. С ними пообщалась моя коллега Алена Куколева. На стендах ведущие предприятия региона. Здесь строительные и промышленные компании, заводы, производства, учебные заведения. В таком формате на одной площадке представители различных сфер впервые. Достижения в работе продемонстрировали в первый день форума главе региона Николаю Любимову. Сегодня мы открываем этот форум, поэтому мы сегодня хотим показать всем, и в первую очередь, конечно, нашим рязанцам, что умеют делать наши предприятия. Умеют они очень много. На этих экранах, например, можно увидеть движение города. Интеллектуальная система работает на перекрестках и самостоятельно изучает транспортный поток, а также регулирует сигналы светофоров, чтобы предотвратить образование пробок. Учебное заведение также демонстрирует уникальные разработки, установка которой ставится на двигатель специализированной техники, например, сельхоз, и сообщает информацию о его работе и состоянии на экран компьютера. Данная установка позволяет существенно сэкономить, скажем, затраты крупных, скажем так, пользователей автотракторной техники, вот, с учетом этого, и предотвратить преждевременный выход из строя агрегатов ввиду неисправностей гидросистем. Цель форума – создание уникальной деловой среды для налаживания контактов и привлечения новых клиентов. Он пройдет в течение 2 дней на площадке культурно-досугового центра АК. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За 10 лет в России вынуждены были закрыться около 4000 розничных рынков. Связано это с ужесточением законодательства. В частности, согласно букве закона, с 1 января 2013 года все рынки, за исключением сельскохозяйственных, должны располагаться в капитальных зданиях. Данные изменения привели к тому, что количество самых востребованных населением рынков, универсальных, сократилось почти втрое. Прогнозы на будущее также неутешительны. Эксперты считают, что если не принять меры на уровне законодательства, то через 2-3 года рынки, в том числе и сельскохозяйственные, вообще могут прекратить свое существование. Насколько востребованы рынки в Рязани и как относятся горожане к их возможному исчезновению, узнал Валерий Седов. Антонина Ивановна торгует носками первую неделю. До этого она работала за прилавком лотков с фруктами, овощами и даже продавала семечки. Как сказала пенсионерка, всего и не упомнить. Сейчас она торгует товарами на улице, вне рынка. И покупатели находятся. Правда, их немного. Антонина Ивановна рассказала, ради чего решила заниматься этим нелегким ремеслом. Пенсии не хватает. Я одна живу. Чего дома сидеть? А вот не холодно стоять? Сейчас вроде вообще холод. Мы уже привыкли. 28 лет торговли. На самих рынках ситуация с покупателями не лучше. Возможно, в этом виноват мороз. Однако продавцы уверяют, что сейчас картина действительно выглядит именно так. Спрос на товары, продающиеся на рынке, у потребителей упал. Теперь все продукты можно купить недалеко от дома, в супермаркетах. В народе устоялось некое правило, что товары на рынке всегда свежие и прямиком с огорода. Да и качеством, и ценой от магазина они должны сильно отличаться. По словам покупателей, большой разницы в качестве между сертифицированными продуктами и рыночными они не замечают. То есть какой-то принципиальной разницы между рынками и супермаркетами не замечали? Нет, абсолютно нет. Продавцы же, в свою очередь, утверждают, что их продукция на рынке всегда свежая. По поводу свежести, то, конечно, свежая, конечно. Мы же не получаем фурами, как в супермаркетах, там, магнитах и везде. Мы возьмем 5-10 курочек там, всего понемножку.
Татьяна работает на рынке уже много лет. Мороз, жара или дождь, продавец всегда выходит на работу. Вот только народ рынок практически перестал посещать. Для сотрудников это самое сложное, ведь их зарплата напрямую зависит от продаж. Поэтому прибавка к пенсии получается совсем небольшая. Однако, если покупатели есть, то они самые преданные. Мария Егоровна в супермаркетах почти ничего не покупает. Говорит, что цена сильно отличается. Да и здесь куда удобнее. Мне очень нравится. Мне лично это удобно. Я села на автобус, доехала до конечной, купила. В моем возрасте носить уже все тяжело. В маршрутку сел, прыгнул и поехал. Мне это очень удобно. Я и делал приветствие рынке. Они должны быть. Эксперты пророчат, что рынком осталось существовать всего несколько лет. Законопроекты постоянно ужесточают правила торговли. По словам представителей Министерства сельского хозяйства России, сценарий с исчезновением рынков станет катастрофой. Поэтому заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечает, что сейчас законодательство нацелено на возвращение рынков в города. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Рязанские полицейские пресекли незаконную деятельность склада интернет-магазина по распространению наркотиков. В хранении оптовой партии синтетики подозревается 18-летняя девушка. Оперативники управления наркоконтроля УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга регионального сегмента сети интернет выявили активность, характерную для содержания склада, который обычно создается с целью последующего розничного бесконтактного распространения наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к незаконному сбыту наркотических средств причастна 18-летняя рязанка. Сотрудники полиции установили, что девушка организовала у себя дома незаконный склад. Она с помощью сети интернет получала бесконтактным способом из другого региона оптовую партию наркотиков, расфасовывала их по небольшим упаковкам и передавала для последующего сбыта через тайники-закладки на улицах города Рязани. Злоумышленницу задержали. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили два больших и несколько маленьких пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленница незаконно хранила 388 граммов наркотических средств синтетического происхождения. Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Рязанцы стали больше доверять банкам. Остатки на депозитных счетах физических лиц увеличились за 2017 год на 8,6%. Кроме того, горожане стали чаще обращаться за кредитами. Рязанцы хранят в банках 137 миллиардов рублей. За прошлый год объем средств, привлеченных банковским сектором области, составил более 178 миллиардов. По сравнению с 2016 годом он увеличился на 46 миллиардов. Более 75% от общего объема вложенных в банки денег – вклады населения. Индивидуальные предприниматели региона хранят в банках почти 3 миллиарда рублей. В Банке России напоминают, в рамках системы страхования вкладов, сумма, возврат которой гарантирован для вкладчиков, граждан и индивидуальных предпринимателей, на сегодня составляет 1 400 000 рублей. Значительно возросло и количество оформленных кредитов. За прошлый год жители областного центра оформили заемов более чем на 57 миллиардов. Это на 30% больше, чем в 2016 году. При этом банки активно наращивали объемы как потребительского, так и ипотечного кредитования. За год в регионе выдано почти 10 тысяч жилищных кредитов на общую сумму более 15 миллиардов рублей. В целом же эксперты считают, что рязанцы стали больше доверять банкам. Постепенный переход от инвестирования в дорогие покупки к сбережению на счетах говорит о большей готовности общества использовать предлагаемые финансовые инструменты. В Рязанской области и во всем Центральном федеральном округе объявили оранжевый уровень опасности. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра. Причиной этому стали низкие температуры, которые сегодня многие называют аномальными. Как относятся к холодам рязанцы и каков прогноз на текущую неделю, расскажем прямо сейчас. Во времена молодости наших родителей зимняя температура в минус 20, а иногда и ниже, была абсолютной нормой. А дети тогда только и ждали серьезных холодов, чтобы абсолютно легально не пойти в школу и вволю накататься на санках. Сейчас же даже ночная температура чуть ниже минус 20 почему-то считается аномальной. Согласны ли с этим рязанцы? Зима должна быть зимой. Долго не было хорошей зимы. Сейчас, наоборот, то с лужами и с зеленой травкой. Нет, я думаю, что это нормально. Мне вообще отлично.
Раньше было ниже минус 30, считалось аномально, а сейчас, мне кажется, вполне себе нормальная погода, прекрасное солнышко светит. Однако синоптики продолжают утверждать, температура аномально холодная, так как ее значение на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Причиной тому стала волна арктического воздуха, которая охватила весь Центральный федеральный округ. В прошедшие праздничные выходные температура ночью опускалась до минус 25. Похоже, таким образом зима компенсирует излишне теплую декабрьскую погоду, что может быть и неплохо. Однако противникам мороза придется набраться терпения. В ближайшие дни погода существенно не изменится. 28 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью минус 20, минус 25 градусов, местами до минус 28, 29 по области. Днем всего лишь минус 11, минус 16. На дорогах гололедица. 28 февраля ветер местами будет усиливаться до 15 метров в секунду. Несмотря на то, что ночью столбик термометра опускается ниже 20 градусов, днем сохраняется вполне комфортный минус. А учитывая то, что февраль месяц все-таки зимний, такая морозная погода вполне закономерна. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 21 февраля дом номер 2 по улице Солочинское шоссе был отмечен табличкой «Дом образцового содержания». Это первый дом в Рязани с подобным отличительным знаком. Всего по России таких домов не более 100. Почему звание образцового получил именно этот дом, выяснял Валерий Седов. Самое главное, по словам директора управляющей жилищной компании «Зеленый сад. Мой дом», что компания всегда работает совместно с жильцами и по их поручениям. Сотрудники делают все возможное, чтобы дом и прилегающая территория всегда были ухоженными и максимально комфортными для проживания. Вручать высокое звание приехали руководители Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и Константин Цицын. В сопровождении губернатора Рязанской области Николай Любимов отметил, что получение такого знака – знаменательное событие для региона. Раньше добрая традиция отмечалась. Образцовые дома была очень популярной. По инициативе Фонда содействия реформирования ЖКХ она возрождается в стране и в нашем регионе. Награда, дорогие жильцы, целиком и полностью ваша заслуга, свидетельство вашей активности и неравнодушия. Вместе с управляющей компанией вы приложили много сил и стараний, чтобы в доме царили чистота и уют, современные комфортные условия. Вы показываете образец всем рязанцам того, как нужно относиться к собственному жилью. Внутренняя территория дома номер 2 по Солочинскому шоссе разделена на несколько зон. Есть детская, спортивные площадки и даже место для выгула домашних животных. По словам директора управляющей компании «Зеленый сад. Мой дом», правильно можно считать такой двор, где все могут мирно сосуществовать и не мешать друг другу. Здесь есть и каток, куда днем выходят родители со своими детьми, а вечером подростки играют в хоккей. И детские карусели. Они находятся на небольшом расстоянии от катка и никогда не пустуют. По просьбам жителей здесь установлены электронные замки, чтобы дети случайно не выбежали под машину. По всей территории установлены камеры видеонаблюдения. Реакция местных жителей на такие инновации говорит сама за себя. Я всегда радовалась, что мы приобрели жилье именно здесь, потому что у нас всегда чисто, тепло. Всегда очень нам нравилась наша площадка. Дети никогда не любят даже ездить куда-то далеко. Всегда: мам, давай здесь поиграем. Очень нам нравится каток, то, что сделали. Думаю, начнем в этой зимой уже кататься на коньках. Мне нравится, например, как убирают, дворники работают. Я вот сейчас говорю, мне кажется, 24 часа в сутки. Вот и без выходных. Как не посмотришь, мусор выводится постоянно. А что? Самое главное – чистота и порядок. В этом доме почти 600 квартир. Есть автономная котельная, достаточно сложная система коммуникаций. Чтобы ничего не запустить, существует график осмотров, обслуживания, регулярного ремонта. Опыта не занимать. Управляющая компания «Зеленый сад. Мой дом» работает уже 10 лет и обслуживает 13 домов. В общей сложности она отвечает за комфорт 9000 рязанцев. Здесь очень внимательно относятся к пожеланиям жильцов. В каждом подъезде висит ящик для приема обращений. Заявки по телефону принимаются круглосуточно. Можно подать заявку через сайт и даже мобильное приложение. Это позволяет компании чутко реагировать на запросы жителей. И, конечно, присвоение высокого звания было бы невозможно без учета в работе современных тенденций. То есть у нас дом оборудован полностью, места общего пользования, с светодиодными светильниками, с датчиками движения, с датчиками освещенности. В котельной у нас стоит терморегулятор установленный, который позволяет регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды, что позволяет сэкономить жителям на коммунальных платежах до 30%. Плюс, наверное, позволило наличие площадки детской, катка, благоустроенной территории.
По словам директора управляющей компании, ее ресурсы позволяют обслуживать не только свои дома, но и помогать городу в периоды пиковых нагрузок. Например, компания выделяет технику и людей на уборку во время сильных снегопадов. Город – наш общий дом, и удобство жизни в нем – наша общая забота, говорит Борис Прокопов. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Уже в 10-й раз в нашем городе прошел конкурс «Краса завода». Его финал состоялся в ресторане «Небо». 9 участниц, представляющие 5 предприятий Рязани, поборолись за звание «Самой красивой», «Самой талантливой» и «Самой умной». Кто стал победительницей, расскажем прямо сейчас. В «Красе завода», как и в любом подобном конкурсе, важны обаяние, творческие способности и умение себя подать. На сцене экономисты, юристы, инженеры. В этом году в конкурсе принимали участие сотрудницы 5 крупнейших рязанских предприятий радиоэлектронной промышленности. Организатор «Красы» – Государственный рязанский приборный завод. Как говорят, не единым хлебом жив человек. Поэтому те способности, которые они раскрывают в процессе своего общения, это способствует плодотворному труду. Конкурс проводится уже 10-й год. Зародился он в стенах Государственного рязанского приборного завода. Со временем поучаствовать в нем пригласили и другие предприятия. ГРПЗ, входящий в концерн радиоэлектронные технологии, на правах организатора представил 5 конкурсанток. Я на приборном заводе работаю практически 3 года. Я работаю контролером радиоэлектронной аппаратуры и приборов в 175-м отделе. Мне безумно нравится своя работа. У нас очень дружный коллектив, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. У каждой из девушек свои причины для участия в конкурсе. Кто-то решил показать себя и свои таланты, а кто-то, как Полина Лукашес, с его помощью хотела побороть свою неуверенность. И это у нее получилось. При этом все участницы, как одна, утверждают, что победа далеко не самое главное. Вот то, что я уже в финале, это уже победа. Поэтому, кто бы из нас не победил, мы получили кучу положительных эмоций, еще получим их. Рассказать о себе через видеопрезентацию, ответить на вопросы интеллектуального конкурса, выступить с яркими творческими номерами. С этими заданиями конкурсантки справились успешно. Помогали своими эмоциями болельщики. Последнее слово, как всегда, оставалось за жюри. В его состав вошли представители регионального Минпрома, предприятий участников конкурса, профсоюзов. Так что в объективности сомневаться не приходилось. Мы спросили членов жюри, на что они обращали внимание при судействе. Если девушка красиво раскрепощенная, это сразу видно на сцене. Она сразу эту энергетику передает в зал. Это уже видно. И ты как зритель, как я, как член жюри, сразу это видишь. И это как бы является одним из плюсов. Однако победительницей могла стать лишь одна из них. После совещания и подсчета баллов наступил самый волнующий для девушек момент – награждение. Все участницы получили ценные подарки от спонсоров конкурса. Мисс зрительских симпатий стала представительница рязанского приборного завода Полина Лукашес. Звание второй вице-мисс получила сотрудница 360-го авиационного ремонтного завода Юлия Сафронова. Первой вице-мисс была названа Екатерина Канашкина, завод «Красное знамя». Ну а заветную корону получила Татьяна Бондаренко, представляющая рязанский радиозавод. Очень здорово, классный конкурс, прекрасное заведение. Хочется, чтобы эти конкурсы продолжались и были повторять снова и снова. Вот. На победу я, не знаю, не рассчитывала, все девочки, все прекрасные, каждый в своем амплуа. Все умнички, мы все сдружились, они все чудесные. Действительно, все участницы достойно представили свои предприятия и доказали, что на рязанских заводах работают самые красивые, грациозные и талантливые девушки. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Юху! Да! Ура! Да! Да! Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 4,7% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грязь, слякоть, выхлопы. Шум, шум, шум. Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты.